Вы пришли сюда подумать о своей карьере. Вы начинаете думать о будущем, но в этот же самый момент вас беспокоят проблемы в семье, проблемы на работе, невыполненные задания, возможно, финансовые обязательства, какие-то данные кому-то обещания, все что угодно. Плюс ко всему к этому, и я точно такой же, мне страшно, я иногда переживаю, я иногда боюсь, я нервничаю, и как же так и вы, поэтому все это относится к нам. И при всем при этом мы хотим с вами двигаться вперед. Как это все совместить? Если вы надеетесь сейчас, что я, как тот самый корабейник, раскроюсь в ларек и раздам вам всем волшебные таблетки или какие-то быстрые решения, этого не произойдет. Я сожалею, но это так. Все тренинги, все книги, все мастер-классы, которые говорят, сегодня вы получите все, что вы хотите, завтра вы поднимете свою зарплату, это полный блеф. Этого не существует. Но при всем при этом решить эту задачу можно. От вас потребуется сила воли, храбрость, вера в себя. И я знаю о том, что это работает. Просто нужно верить в себя. Фундаментом построения вашей карьерной стратегии будут являться ваши ценности и убеждения. То, что находится внутри вас. Они работают только тогда, когда вы делаете то, что вы хотите. Ну и самое главное, нужно любить свою работу или любить то дело, которым вы планируете заниматься всю оставшуюся жизнь. Ведь стратегия – это не на один день. Стратегия – это надолго. Путь изменений долг и труден. Вот сейчас здесь нас примерно 40 человек. Практика показывает, что в лучшем случае, может быть, 2, 3, 4 человека после мастер-класса захотят что-то серьезно изменить в своей карьере. Большинство из вас уйдут, к сожалению, с ничем. Для того, чтобы созреть к изменениям, нужно время. Это очень важно. И самое главное – все зависит от вас. Все, что вам необходимо, есть в вас. Это то, что может вам принести серьезное успешная карьера. Это то, что вы хотели услышать. Как шаг за шагом приблизиться к своей карьерной цели? Как в течение года, осознав свои самые сильные стороны, осознав свои ценности и приоритеты, добиться повышения своей заработной платы и стоимости труда?